видел? Это она. Кто она? Идем, идем. Главное не упустить. Да ты скажи по-человечески. Так. Тебе говорил. Мало ли, что ей там надо. Так его уже полгода как выселили. Я понимаю, еще хулиган какой. Или бродяга. Но разве она производит впечатление хулигана? И что ты предлагаешь? Идем за ней. Я уже третий раз вижу, как она отсюда появляется. Только раньше один боялся. А вдруг она не одна? Переодетая. А может, убийца? Слушай, Фим, все объясняется просто. Ну, приехал человек с Конотопа. С гостиницами трудно. Вот увидела пустой дом и решила, давай переночую. И ты в этот бред веришь? А что такого? Надо пойти и спросить. Так пойдем? Ты же видишь, мне кефиру надо купить. Скоро мои приезжают, а я обещал. А если она чего, то мы скажем, что из Мосгаза. А что Мосгазу делать в пустом доме? Частное дело, проверять, нет ли утечки. Ну ты же сам говоришь, что его полгода как выселили. И все вывезли. А что ты предлагаешь сказать? Что мы телевизионные мастера? А может, электрики? Ну ты как хочешь, я пошел. Коль, Коль, подожди. Здесь же настоящая тайна. Ты сам потом себе не прости. Ну ладно, только на минутку. Мы зайдем, извинимся. Ты скажешь, что жил в этом доме. И забыл учебник. Ты гений, Колька. Иди первый. А может, не надо? Надо! Ты что, испугался? Нет там никого. Пошли отсюда, а. Тише. Может, она нас там подстерегает. Ну, ладно. Посмотрим наверху. И все. Thank you.
И чего эту развалюху не сносит? Что ты понимаешь? В этой развалюхе князь Волконский жил или Трубецкой? Князь мог бы себе и получше построить. Каменный. Это был необыкновенный князь. Декабрист. К нему, может, сам Пушкин ходил. В гости. Но это ты немного преувеличиваешь. Честное слово. У нас во дворе один реставратор живет. Он моему отцу рассказывал. Этот дом скоро будут восстанавливать. Точно, как раньше. У меня даже есть гипотеза, что они здесь оружие хранили для свержения самодержавия. Ушла. Куда? Через окно? Ну ладно, мне еще кефиру надо купить. Погоди, но ведь она же здесь была. Ну ищи ее.
Встаньте в круг. Уже стою. Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. Завершена. Счастливого пути.
Закончишь уборку, не забудь обесточить центральный пульт. Сделаем. Ты чем-то недоволен, Вертер? Так просто. А вы где будете? На космодром поедете? А почему это тебя интересует? Так просто. Вдруг кто звонить будет? Сегодня выходной. Наконец-то все закончится. И я смогу спокойно поиграть в шахматы. Вообще пора на пенсию. Напишу сегодня заявление Литваку. И пусть отправляет меня на отдых. Нет моих больше сил так работать. Сергеевич. Привет, Вертер. Где это вас носило? Спасал от огня Александрийскую библиотеку. Вот это неизвестная трагедия Эсхила. А вот это автограф самого Аристофана. Поздравляю вас. Спасибо, Вертер. Спасибо. А теперь я в душ и спать. Минуточку, Иван Сергеевич. Что такое? Пока не произведем опись всех документов, о душе и речи быть не может. Ну и бюрократ же ты, Вертер. Я целый месяц провел в боях и походах. Я тонул на Средиземном море. Я умирал от жажды в песках Египта. Я трудился как вол на пожаре в Александрии и ни разу, Вертер, повторяю, ни разу как следует не умылся. Но если мы допустим беспорядок в документации, потомки нам этого не простят. Ваш инвентарный номер. Семь, семь, семь. Три семерки. Трагедия Эсхила. А вы уверены, что это трагедия Эсхила? Да, уверен. Там написано. Не по-русски. Ну, разумеется, Вертер. Эсхил не мог писать трагедий по-русски. Очень жаль, что мне приходится верить вам на слово. Вот недавно Иванов А.В. привез гадину из мезозойской эры
И мы записали, что это птеродактиль. А вышло, что это был птерозавр. Пришлось переписывать целую страницу. Это ужасно, Вертер, ужасно. Мои милые друзья, мы шер зами. Боги, геноцвали, дай обнять не тебя, надо, не надо, ты меня испачкаешь. Простите, я Маркис. Только что от Вольтера. Нет, ребята, это поразительный старик. Такая свежесть мысли, да. Такой кстати, взгляд. Не спросил шумите, у него. Вы мне мешаете сосредоточиться. Годи. Аристофан или Арестофан? Пиши, как знаешь. Слушай, Гоги, давай махнем на рыбалку, на Клязьму, а? Мне еще отчет писать. И потом, рыбалка это не для нас. Вот охота, это да. Гоги, ты же первый рыболов-спортсмен, я тебя не узнаю. Знаешь, я сам себя не узнаю. Но в нашем 18 веке такие, такие... Не удивляйтесь, Иван Сергеевич, профессор Гоги... Так вошел в образ, что ему понадобится не меньше, чем 2 недели, пока он забудет, что он маркиз. Из очень древнего рода. Позвольте вам заняться. Мария! Кто последний к этому бюрократу? Мария, я приветствую тебя, Мария. Мария, а что это за предмет? Да. А чем же бедный, несчастной женщине каменного века защитить свое достоинство от хамов, именующих себя мужчинами? Как дубинка, а? Сама вытесала каменным топором. Все шармал. Где Полина? Полина... Только что вернулась и уехала на космодром встречать экспедицию. Жаль, я не успела. А где карта Южного Йемена? Мне нужно нести последние стоянки неандертальцев. В шкафу. Направо. Ну? Распишитесь. И вы. Слушай, Вань, действительно, давай махнем завтра на рыбалку. Ну, конечно, маркиз. Гром, мерси. Понедельник, отчеты. Хорошо. Хорошо. Слушай, маркиз. Ну? Значит, едем на Клязьму. Ребята! Что? Ну что, я с вами. Ну, вот, догоняй. Замечательно. Заодно узнаем, какой способ. Ни минуты покоя. Даже в воскресенье не могут вернуться не все сразу. Наблюдаете?
Не бойся, я не страшен. А я и не боюсь. За что? Я ничего не сделал. Молчать. Неопознанный объект. Я же опознанный. Я в 6-м выучилась. Да меня Коля зовут. Вы понимаете, я за кефиром пошел. За что? Ну, выпустите меня отсюда. Не мешайте работать. Пожалуйста. Инвентаризируемый. За что? За что? Человек разумный. Планета обитания Земля. Место жительства Москва. Дата переброски – апрель 1984 года. Инвентаризировали в Московском институте времени. Дата инвентаризации – апрель 2084 года. Инвентарный номер 364-748-050. Для мальчика. Модель 325-69, ГОСТ 25-294-82. Место изготовления — город Гагарин, улица Ленина, 11. Дата выпуска — январь 1983 года. Инвентаризировали в Московском институте времени. Дата инвентаризации — апрель 2084 года. Инвентарный номер 193-647-480-501. Тара стеклянная для молока и молочных продуктов. Бутылка молочная обыкновенная. Номер ГОСТа 158-44-70. Место изготовления — город Аксай. Аксайский стекольный завод. Дата изготовления — январь 1984 года. А!
как я сразу не догадался по твоему облику. Нет, мне положительно пора на свалку. И все она. Вы говорите о той женщине, которая здесь была. Вот именно. Погубить репутацию такой прекрасной женщины, как Полина. Из-за какого-то глупого мальчишки, который сует свой нос куда не следует. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут Фимка, а там она. Она. Ты думаешь, я в нее влюблен? Нет. Я на нее буквально молюсь. При моей впечатлительной натуре и тонкой электронной организации я должен был бы быть поэтом. А кто я? Я уборщик в Институте времени. Никто меня не любит. Никому я не нужен. Я всего-навсего скромный уборщик Вертер. Теперь я должен сдать тебя в музей. В музей? Так полагается. И погубить репутацию Полины. Нет. Я не сдам тебя в музей. Я сделаю другое. Идем. Становись в круг. Набери исходную станцию 3. И через 5 минут ты будешь дома в своем времени. А сейчас я где? А ты не понял? А что я должен был понять? Олух царя небесного. Ты в 2084 году. В будущем. В настоящем. Это для тебя будущее. Вы шутите? Разве я похож на шутника? Ну, иди, иди. Вот вы, товарищ Вертер, неужели вы согласились бы отправиться в прошлое, так и не посмотрев на то, что делается в будущем? Хоть одним глазком. Да я бы на твоем месте отдал бы половину жизни за то, чтобы испытать такие приключения. Ну тогда проводите меня наружу. Я посмотрю и даю вам честное слово. Сразу обратно. Я понимаю. Нельзя, значит, нельзя. Мальчик, ты романтик? О, еще какой. Вот, например, на той неделе меня математичка из класса выгнала только за то, что я у доски замечтался. А ты стихи пишешь? В молодости писал. А я... И сейчас
пишу. Хочешь, почитаю, когда это она... очень интересно. Это очень интересно. А может, потом все-таки, а? Ведь вы сами понимаете, каждая минута дорога. Ну, послушай, маленькое, когда товарищ она... Ветта, это очень интересно. Давайте договоримся так. Вы мне покажете здесь что-нибудь, а потом стихи. Ну, хорошо. Тогда первое и единственное. Сегодня заключительный концерт средневековой музыки уругвайского ансамбля народных инструментов. Я был позавчера. Это потрясающе. Вертер, народные инструменты давайте отложим на потом. А говорил, что романтик. Тогда выставка Гои. Гой у нас свой есть. Тогда танцы на льду. Конечно же, танцы на льду. Ветер, у вас есть что-нибудь такое, ну чего не было 100 лет назад? Состязание роботов-гитаристов. Гитаристов. Гитаристов. Ветер, это интересно. Еще думай. Вот. Сегодня возвращается третья звездная экспедиция. Полина тоже будет на космодроме. Я бы тоже хотел. Там будут многие. Поехали вместе. Это далеко? 15 минут. Ну, пойдем быстрее. Третья звездная экспедиция. Это же событие. Нет, мне нельзя. Нельзя. Я на службе. Только не задерживайся. Я не буду обесточивать пульт. Вы не волнуйтесь, Вертер. Я мигом. А потом я вас в наше время приглашу. У нас тоже есть на что посмотреть. Спасибо. Там сядешь на автобус, доедешь до проспекта Мира, а оттуда флипнешь на космодром. Спасибо. Только не задерживайся. Пожалуйста. Какой неожиданно славный день сегодня.
Добрый день. Есть один вопрос. Какой? Спасибо. Надо музей Пушкина. Знаете? Пожалуйста. Вам изобразительных искусств? Или который на Кропоткинской? Арбат. Дом, где он жил, маленький. Пожалуйста. А этот еще не открыт. Есть другая информация, пожалуйста. Вообще-то я не знаю. Я в Москве давно не был. Вот вы лучше езжайте на площадь Пушкина. Там вам скажут. До свидания. А вы откуда? Альфа Центавра, знаешь? Да. Тамошние мы. До свидания. Спасибо. До свидания. Молодой человек, а вы неправильно одеты. А это почему? Вам на проспект Мира? Да. Значит, на карнавал. В мое время, а своим костюмом вы представляете именно мое время, действительно, все мальчики обязаны были носить школьную форму, которая состояла из пиджачка. А вам известно, что такое пиджачок? Представляю. А на вас разве пиджачок? Совершенно очевидно, что это шили сейчас. И притом люди, которые не имеют никакого понятия о том, что было 100 лет назад. А вы откуда знаете? Мне 132 года. И позвольте... Не может быть. Я бы вам дал 60, не больше. Такой молодой, а уже льстец. А что, я действительно так молодо выгляжу? Конечно. А что причиной?
Спорт. А вы не скажете, в какой вы школе учились? В 59-й, на Староконюшенном. А я сейчас в 20-й учусь. Это на Метростроевской? Ну да. Ну и как успехи? Вообще-то не очень. Задают много. Странно. А мне правнуки говорили, что сейчас ничего не задают. Да, славные были денечки в конце 20 века. Тебе этого не понять. Славные были денечки. А одет ты все равно неверно. На ногах должны быть сандалии. А у тебя что? Кроссовки. Их придумали гораздо позже. А вот бутылки, верно, тогда именно такие были. Меня зовут Павел. Коля. Очень приятно. Здравствуйте.
Продолжается посадка на космолет «Товарищ». Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов 26 минут. Продолжается посадка на космолет «Товарищ». Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов 26 минут. Билеты на Луну есть? Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Но мне очень надо. Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Ну ладно. Ну хоть куда-нибудь, только чтоб сразу полететь. Вопрос не понят. Куда вам надо? Мне? Ну хотя бы на Уран.